Так, ну что, продолжаем, продолжаем. У нас тут ножи, вот так вот неожиданно уже случились. Случились ножи с Нилсом, с Эдвардом остались один на один. Львы, кстати, могут спокойно так отлететь и вообще не выйти в плей-офф стадию, если сейчас проиграют. Это будет, конечно, провалище, просто страшное провалище. Так, сейчас я проверю, включился ли наш сайт, великий и могучий сайт. Лежит, лежит наш сайт. Что поделать? Ну, неужели уже рестарты прошли? Неужели мы смотрим пистолетку? Это последний матч на сегодня. Налтус Винцера против Лайонс. Вот так вот. Лайонс у нас в защите, Налтус Винцера у нас в атаке. Нави проиграли сегодня все ножи. Все ножи на карте Де Инферно были проиграны. Кстати, странно, почему вот первый день все карты на Де Инферно. Как-то странновато. Ну, либо команда так черкает. Удачно для нас с вами. Смотрим вот весь вечер карту Де Инферно. Я не знаю, что там в параллельных матчах происходит. Происходило. Такие жесткие перестрелки у Трета с Эдвардом. Кстати, на тему Трета и Эдварда. Давайте я вам представлю игроков команды. Натус Винцер, Даниил Тесленко, Зевс, Иван Сухарев, Эдвард, Сергей Ищук, Старикс, Егор Маркелов и Арсений Треноженко, Есенин. Так, у нас тут пошла движуха, забрали Нико, который у нас любит Африку. По-моему, Трет сейчас тоже отвалится. Нет, Трет еще пока жив. Все, Трет уже не жив. Ну и пока игроки Нави там ставят бомбы, расходятся по точкам, я вам продиктую. Игроков Lions: Бьорн Перс, Трет, капитан команды. Фрейс Йострам, Кристал, Эмиль Карлсон, Фюрте, Николас Йоханссон, Нико. Ну и, конечно же, бог Памаса, Джим Андерсон, Знил. Я думаю, что сегодня мы не раз увидим, как этот парень будет раздавать. Ну а пока. Членикс Пауэр, Натус Винсер берут таки пистолетку, по-моему, впервые, да. Впервые сегодня, за сегодняшний день Нави берут первый раунд в игре. Что сказать по этой игре? Lions, если проигрывают, вылетают. Natus Winsor, если проигрывают, тоже могут вылететь, между прочим. Почему? Ну, потому что Na'Vi 4 очка, Lions 3 очка. А у WeFort тоже WeFort 1 очко, у Shark Gaming 3 очка. Все три команды имеют шансы на выход, но для WeFort одной победы над Shark Gaming будет мало. Им нужно, чтобы Na'Vi выиграл Lions обязательно. Тогда да. Тогда, конечно, все случится для российской команды. Посмотрим, что же будет. Пока у нас 2-0. Natus Winsor выигрывают. Ну и еще одна отдача. Вот шведских львов. Прилетели хаеду. Баночки как-то неудачно прилетели. Ну вот Никол попал Старикс. Как бонус в раунде, да, 3-0 Na'Vi. Na'Vi выигрывают. Lions, Natus Winsor. Команды экстра класса, но команды иногда бывают закидывают якорьков в онлайн. Не очень удачно они выступают на, так сказать, онлайн-турнирах. За ними бывает водится всякая ерундистика. Но Lions, кстати, Lions, ну не знаю, Lions на отборочных на Intel Extreme Masters Киев показали отличную игру, да, выиграли у SK Gaming, а потом приехали на LAN-финал и... Ну и вы сами видели вообще, что было с львами в Киеве. А Natus Winsor еле-еле там на подножку уходящего поезда, да, попали на LAN-финалы и выиграли LAN-финалы. Ну вот, вот такие команды. Между делом тут Эдвард продемонстрировал высочайший класс стрельбы с АВП, в упор пристрелил Фюрта, Кристалл отомстил, и в итоге 4 в 2. Сеня Маркелов против шведской четверки. Вот только Фюрта слег у нас от Эдварда, да, и 4 в 2. Сейчас будет попытка пройти под Б. Тут Кристалл в помойке, говорят, да, сидит. Ну, уже больше не сидит. Сеня попал
по голове шведскому спортсмену. И вот бог Фамаса с Фамасом. Очень интересно посмотреть за действиями Джима Андерсона. Есть еще у этого игрока младший брат Роберт Андерсон. Рябан, как мы его любим называть. Ну что, Знил? Знил и Фамас. Фамас и Знил. Фамасу Знил. Ну, один фракт как минимум. Да, 3-1. Первый раунд берут для себя львы. Я вот почему-то даже не удивлен. Да? Так вышел, Знил, дал по башке. Ну дал. Но это же Знил. Что вы ожидали? А что еще можно ожидать от Знила? Так. Тем временем нас в стриме чуть больше 1000. Да, сайт лежит. Это, конечно, очень печально. Я думаю, что многие люди сейчас смотрят наш второй канал. Надеюсь на это, где играет русская команда Бифорт против датчан Sharp Gaming. Интересно, что Sharp Gaming проиграли на Свинцеры, выиграли у Львов. Львы выиграли у Бифорт, а Нави почти проиграли. Бифортом, ну, почти. Тут взорвали Стрета, вот так по инфе кинули сюда. Три хаешки забрали Стрета, Эдвард пристрелил Кристалла, и у нас фюрты последний. Ну, это 4-1. 4-1, можно смело уже об этом говорить. Фюрты тут хитер, бобер, смотрите, что делает. Вот фюрты какой хитрый. Но он понимает, что если он убьет одного, то шансов у него вообще никаких, а тут он может что-то придумать, какую-нибудь штукенцию. В итоге, не придумал. Ну да, он хотел забрать быстро Зевса и раздиффузить. Он бы успел, кстати, потому что все игроки Нави разбежались. Был бы знатнейший просто ниндзя-диффуз. Не получилось. Кило просит писать повки. Обязательно. Онлайн-турнир. Какой онлайн-турнир без повок? Да и потом, юным болельщикам команды NatSwincer и команды Lions надо же что-то смотреть перед сном. А что еще смотреть, как не повки любимых игроков? Ну что, юспы, экраунд у Львов, и это 5-1. Нави решили не затягивать, по-моему, игру, не доводить ее до таких плачевных ситуаций, как в игре с Вифорт. Ну, явно они просто слишком далеко от пушки. Эдвард хорошо так по старику сейчас прожал, по ногам ему пострелял. Причесал ему коленки. Как хорошо Ника попал по башке Эдварду, Эдвард выжил. Да, сайт по-прежнему, к сожалению, лежит. Ничего с этим не поделать. Но закупка есть, какая-никакая, плохая, мягко сказать, закупка у шведов, но что-то наскребли. Эдвард у нас сейчас будет выбегать. Слюльке выбегает под флешечку, пусто, никого. Тред тут в малых песках запускает под флешку своего тиммейта. Знил, как обычно, отметился. Всего лишь один фраг, но все-таки фраг. Кристалл минус один. Жалко, Кристалл не увидел второго. Так, ну NatSwincer, кстати, тоже еще ничего себе не гарантировали. Могут они еще отлететь, если проиграют вам. Вот такая вот интересная у нас группа получилась. Первый день турнира. Прям вот до последнего. Интрига сохраняется. Хотя, казалось бы, две команды, да, на голову выше других двух команд. Кристалл забирает Зевса. Начинает диффузить. О, Марик попал.
Да, Марик не успел, конечно. Ну что, а что вы хотели? 5-2. Ставить бомбу в другом конце планета и уходить на ковры. Ну вы издеваетесь, ребята. Так нельзя. Ну, у Лайн сейчас очень-очень большие траблы с деньгами. Они опять все умерли. Да, бомбу раздиффузили, но... Ну, смотрите, да, ФАМАСы. Одни ФАМАСы сейчас будут. Ну, вот у Нико, может быть... будет АВЭП. Ой, АВЭП, конечно, не АВЭП, а Кольт. Нет, 5 ФАМАСов. 5 ФАМАСов против 5 калашей. Здесь как бы немножко все понятно. Ух, какая массированная закидка гранатами от Нави. Б-плант, Кристалл флешит. Выход на плант прошел. Кристалл зажал. Хорошо, Сеня вот выжил. Сене повезло, Сене выжил, Марик минус Кристалл сделал, Эдвард минус Знил, ну и все. 4 в 2, 3 в 2, о, 4 в 1. Последний тред, тред убегает просто сейвить свой жалкий ФАМАСик. Это 6-2. Это 6-2, и, по-моему, львам пора отправляться. А куда им отправляться? Они и так дома сидят. Никуда им не надо отправляться, просто они никуда не поедут. Ну и потом на следующей неделе у них будут... Будет парочка выходных, конечно. 6-2, конечно, я опережаю события. 6-2 совершенно не страшно. Нави вон проигрывали. С каким счетом Нави проигрывали? С огромным счетом Нави проигрывали. И ничего. Ну, сейчас денег нету. У шведской команды сейчас будет явный эко. Кстати, эко не потому, что он экологически чистый, да, а потому, что он экономичный. Ну, это так, ваш капитан. Неудачно сейчас выбежал Фюртес, просто на пулю. А, отдался, и все, это 7-2. У нас остались Нико и Кристалл. Два юспа. Ну что, тут будет попытка кого-нибудь забрать. Ну, вот Эдварду, да, дали в лицо пульку, но... Бронированные очки вот этой модельки Лита, они спасают от одного выстрела с пистолета в голову. Но вот от такого количества пуль не спасает. Ника все-таки взял свои 300 баксов в этом раунде, но 7-2. 7-2, что по пингу игроков, сейчас глянем. А, ровненько, 39-39, смотрите как. Просто идеально ровно и в идеальных условиях. Не в идеальных, точнее, условиях, а в идеально равных условиях команды. Пинг 40, это, конечно, далеко не идеал. А по фрагам вот что-то у нас Бьорн Перс пока не клеится у него. Пока идет он с одним фрагом всего лишь. Сыграно 9 раундов. Мало. Более-менее закупка есть у шведов. Правда, нету диффузов вообще. Но зато 3 кольта. В предыдущем бае не могли похвастаться. Лайнс такой роскошью, как 3 М-ки. Но посмотрим. Здесь атака явным образом развивается под Upland. Ника очень интересно сидит. Он смотрит уже далеко такой проход по зелени. Так, Фюрте сидел. Ну да, у Фюрте была позиция убить одного и отъехать. Собственно, с этим он справился. Ника, правда, тоже только одного забирает. А, нет, это Фред. Ника отваливается. Ой, Эдвард, какой классный хедшот. Минус Знил. Ну и что? У нас Кристалл последний. Кристалл побежал сейвить свой кольт. Бедный Кристалл. Конечно, немножко мне жалко львов. У них совсем не идет. Вот Кристалл сейчас перестрелял Эдварда на дальней дистанции. Правда, спалил себя. Ну, два человека, двух человек можно забирать на сейве. Ну, тем более, вот сейчас Зевс, скорее всего... Да, Кристалл выжил, смотрите, Зевс не побежал к нему. 8-2. 8-2, и Нави прям вот радует меня. Все-таки хотят ребята показать, что не надо нас тут со счетов списывать. Мы тут
чемпионы мира многократные, между прочим. А вы тут кто? Lions? Да кто такие Lions? Asus выиграли один. Нави это Нави. Эх, сейчас бы была пушка у Фюрта, он бы тут раздал. Все слепые игроки на Свинцера были. Но, к сожалению, был Дигл, а Дигл это такая вещь ненадежная. Кристал с кольтом. Кристал сейчас будет пытаться засейвить свой кольт. Удастся ли у него это? Сеня, Сеня. Нет, Сеня не прощает. 9-2. Да, что-то совсем не клеится у Львов со стрельбой. Может, не выспались, не знаю. Хотя в Швеции сейчас время детское. Минус 3 часа это... буквально... буквально 11 часов вечера. Им играть да играть еще. Про игроки еще только просыпаются, вылезают из своих нор, заходят в мирку, находят микс и играют. Нет, я, конечно, шучу. 11 часов вечера это уже... даже 11. Достаточно поздно. Так, Сеня находит фюрты, получает хае в ноги, но... ну и ладно. Зато я фюрты убил. Да, сказал Сеня и, в принципе, не расстроился. 70 хп у Арсения Треножника осталось. Забирает на еще Кристалла, воюет еще с одним. Так, ну Арсений тут просто is on fire в этом раунде, явно. Марик на центре находит Знила. Вернперс. Минус один. Нико еще где-то одного находит. Тред отлично. По инфе забирает еще Сеню. И так вот, смотрите, ситуация вроде как 5 в 2, а нет, 2 в 2. Со шведами надо быть ухо востро. Тред еще одного забирает. Минус Эдвард. Так, слышал он, что бомбу взяли или не слышал? Нет, к сожалению, Тред не услышал. Что у нас здесь? Потащил бомбу на Б-плант и... ну, тактическая ошибка от Lions. Вот. Не знали они, где лежит бомба, не прочекали, и в итоге сейчас бомб has been planted. Да, так оно и происходит. Тред еще бежит чекать, а может быть это А? Нет, это не А. 100% это не А. Ника палится. Ну да, теперь уже Ника точно палится. Зевс минус Нико, зато есть инфа у Фреда. Где же Нико? Ну, а Зевсу все равно. 10-2 это какой-то аннигилейшн просто. От Натус Винсера 17-3. Идет у нас Данил Тесленко, но... Иван Сухарев тоже как бы 16-6. 13-3 Маркелов. Старикса что-то не идет. Видимо, потому что он не подписал себе член X-Power, как это сделал Марик. Экраунд в исполнении Lions, но 3 в 3. Смотрите, какой хороший экраунд. Тут еще Старикса почти забрали, но, правда, потеряли Нику из Нила. И последний Thread. Thread с калашом. Будет ли смотреть на балкончик? Эх, не посмотрел на балкончик Thread. Ну и получите 11-2. 2-11. 11-2. Кому как удобнее. Семнадцать на семь. Эдвард. 18-3 Зевс. Редко такое увидишь, когда два игрока в команде вот так вот божат, если можно так сказать, на русском языке. Ну уж на геймерском языке так точно можно сказать. Ох, сейчас Нилу достанется на центре, сейчас постараюсь его быстренько найти. Знил, тащи. Знил минус один. Знил еще Эдварду, ой, Сене присунул по голове с Фамаса, но... ФАМАС это не калаш. ФАМАС одной пули не забирает. Эдвард минус 2. Ну и что, Кристал? Кристал минус 1, только минус 1. Только минус 1, и у нас Никос АВП 1 в 3.
Посмотрим, что будет делать Нико. Знил спрашивает, кому же я попал по башке? Да Сене ты попал по башке, Знил. Не парься, попал. Нико нашел Старикса и два красных игрока. Натус Винцеры берут 12-й раунд для своей команды. Ну и что, ласт раунд первой половины. Сейчас еще и Ника найдут. Нет, смотрите, Нику хорош. Никлас Йоханссон. Ого-го. Снайпер. 12-2. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что Лайонс отправится домой. И не приедут в Москву на гранд-финал. Жалко, жалко, конечно, Львов, очень хорошая команда, на лане. На мой взгляд, на лане она лучше, чем в онлайне, но что поделать. Эдвард минус Нико. И вот так вот сразу же просто, буквально в течение 15 первых секунд раунда, Нави остаются в большинстве, но вот смотрите, все переворачивает Кристал с Фюрте и 4 в 3, бомба на Б стоит. Последний раунд. Никаких сейвов. Только вперед, да? Ну, какая-то беззубая атака на Б-плант от Львов. Теряют они двоих игроков. Практически еще теряют навесок Фюрте. Теперь уже точно теряют Фюрте. Знил, конечно, дает один хедшот свой. Стабильный хедшот, да, с Фамаса, но... Это все. 13-2 в разгром еще просто для первой половины, причем в атаке. Нави, по-моему, разозлились сами на себя и решили, что пора тащить. Ну, тащить действительно пора, потому что, проиграя они сейчас Львам, то отправятся они домой 100%. Но со счета 13-2, конечно, проиграть, по-моему, уже нереально. Так, пистолетка, 13-2. Лайонс, терять нечего. Ребята, фаст Б. Микс страта. Фюрте там съел кучу флешек. Стоит слепой, стреляет по ящику. Умри, ящик, умри. Это как Дон Кихот просто по ветряным мельницам, да, там был спец. То вот Фюрте по ящикам спец. Ну, смотрите, еще Сень все-таки застрелил. 3-2. Как-нибудь отбиться бы, бомбу бы поставить. Нет, невозможно. Фюрте забрал еще одного. И на этом конец. 14-2, и это конец для Lions. Уже 100%. Ну, нельзя потащить 14 раундов подряд, имея диглы. Вот, ну не верю. Как там у Станиславского было? Не верю. Вот. Ну и смотрите, Сеня, Старик, Зевс по бананчику поджим. Все, Нави чувствует раненого зверя. Бегут просто добивать. Все, смотрите, Цвет так взрывается, забирает одного, его тут взрывают. Все. Counter-Terrorist Swim. 15-2. Самое обидное для Львов то, что им играть еще 13 раундов по-любому. Игра идет до 30 раундов. Вы представляете, да, все, 16-2, вы просто отлетели от Натус Винсера. У вас никаких шансов на выход в следующий тур соревнований, но вам надо еще играть 13 раундов. Так, Зевс взрывает Кристалла. Небольшой такой ответочка от Львов. Зевс просто вышел, убил Сеня. Сеня прикрыл. Сеня мужик. Все, Нико последний, 33 хп. Дигл. Ну и все, и минус. Минус Нико, 16-2. GG. Львы с нами выходят. Странно. Непонятно почему. Но так оно есть. Не надо им играть 30 раундов. Видимо, на ходу просто меняется
регламент, ну или потому что уже ничего не решает, ли вы по-любому вылетели, а Нави по-любому вышли дальше.